Это 33-я рамка, большая, рассчитана на два таких улья, это по 17. Ну, у меня другой возможности не было, я сделал один большой и один маленький. Заглянем, как у них кто-то внутри выглядит в этом улье. Решетка от холодильника в этом году на пасеках работает, а здесь я ее убрал, потому что взятка нету, пчелы даже не хотели подниматься, но сейчас немножко поднялись на большую рамку, такая обсиживаемость, они что-то строят. А вот рамочка, лощина, где я сам сделал, и вы как видите, они неравномерно это отстроили, но я думаю, для видовых она бы пошла, был бы мед, был бы взяток, но этого нету. Вот эта рамочка такая, вот это немножко есть, хотя вокруг здесь тоже немножко больше метка, очень плохо все это выглядит. Хоть бери и закармливай на зиму. Такое дело. Снимаем это все дело. Ставим на попа. Ну, вот так выглядит этот улей. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рамок. Обсиживаемость вот такая. Здесь они нанесли мед. Я оставил в сторону, чтобы они мед перенесли наверх. И тут они немножко занимаются этим. Взяток залитый был. Опять-таки моя дощечка. Опять мы ее, наверное, повернем. Вот так пчелки сидят. Не знает, чем заняться. Дожди, дожди, дожди. Вчера была хорошая погода. Сегодня дождь. Но вроде бы должно наладиться. Целый месяц дожди. Потопы. Настоящие потопы. Вот так выглядит рамка боковая. Это на исходе. Расплод. Чисто. Этот улей был, или обои улей были бы хорошие доноры в этом году. Два по два отводка от них сделал, перенес их на большую рамку. Маточки все-таки оправдались. Это старая матка. Вот такой хороший расплод. Тут что-то настроили. Ну, постой. Роиться не хотят. Куда роиться? Куда бежать? Если взятка нету. Тут личинки хорошо засеянные. Вот такое все это дело. Это опять трутневая рамка. Это трутневая рамка. По-моему, здесь трутней нету. Матка не хочет сеять. Просто отстроена. Вверху ничего не засеяно. Нет, ничего не засеяно, матки не видно. Наверное, где-то немножко дальше находится маточка. Сейчас посмотрим.
На том улей утихомирилось, пчелки залетели, зашли. На той стороне, если я вижу. Тяжело работать одной рукой. О, такая рамочка тяжелая. Все. Ну, что у нас здесь? Да, тут засеяно. Тут засеяно. А, вот маточка ходит. С позапрошлого года старая рамочка, маточка, но хорошая. Хочу на следующий год заняться матководством. А, тут тоже засеяно хорошо. Ну и можно еще одну посмотреть. Дальше делать нечего, наверное. Тут засева нету. Перга. Здесь на исходе. Был бы взяток, был бы взяток. Такая карника порода немецкая. Работаю без дымаря. Осторожно. Тогда и ничего не происходит. Тут отстроили они. Есть засев. Немножко. Да, вот блестит вокруг. Ну и здесь. Нет, здесь пусто. Здесь пусто. Можно тоже немножко повернуть. Чтоб матки далеко не ходить. Со. Ну, вот такое все это дело. К вечеру, может быть, погода разойдется. Тогда летать будут. Такой обзор улья. Пчелки есть. Эти ульи служат для того, чтобы хочу на следующий год сделать эксперимент. По методу Цебро летают перед лицом две пчелки. Возмущаются что-то. Не знаю, чего им не хватает. Наверное, что-то я натворил. Ну, теперь возьмем. Водяной опрыскиватель. А, вот он стоит. Вот так они сидят перед льем. Ну, а так это дело выглядит. Спасибо за обзор.